Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гоур-лила – это полное объяснение. Гоур-лила – это полное объяснение Кришна-лилы. Я говорил об этом уже раньше. Чтобы прояснить, что на самом деле Гоур-лила – это полное объяснение Кришна-лилы. Поскольку Кришна-лила, мы можем найти в ней, что Кришна совершает различные деяния. Но обычные люди, они не могут понять их. То есть практически на 100% вероятность того, что мы неправильно его поймем. Хотя мы можем найти в Гите, что в Гите Бхагаван Шри Кришна дает нам различные наставления. Что вы, Кришна говорит, поклоняйтесь мне, поклоняйтесь мне. А те асуры, почему? Они думают, почему? Почему мы должны поклоняться Шри Кришне? Он наслаждается своей жизнью. Они думают, что Кришна наслаждающийся и наслаждается только, но Верховный Господь Бхагаван Шри Кришна, его непривязанность, она наивысшая, он самый отреченный. Никто не может превзойти его в его непривязанности. Хотя внешне можно найти, что Бхагаван Шри Кришна совершает расалилу и прочее, но никто не может понять, что это не его наслаждение. То есть Кришна, он не наслаждается этим. И поэтому мы видим, что Гоур-лилу, что Кришна и Гоуранга, они не отличны друг от друга. Бхагаван Шри Кришна, мы находим его как Шри Кришна Чайтанья, он не отличен от него. И в Чайтанья Чайтамрите мы находим, что Кришнадас Кавирадж Госвами описывает там, что Кришна, он говорит, что если кто-то еще, кроме меня, кто может даровать Враджа Прему. То есть нет никого, кроме Кришны, кто может даровать нам Враджа Прему. Поскольку Враджа – это вечный обитель Кришны. И там Кришна совершает различные лилы. Кришна может... То есть он может... являть нам лилы каких-то отношений с какими-то определенными враджаваси. Но и все же обычные люди не могут понять. Они не могут понять этого. И поэтому Бхагаван Шри Кришна, когда он явился в форме Шри Чайтанья Махапрабху, и когда Кришна-лила, Бхагаван Шри Кришна,
когда Бхагаван Шри Кришна только вернулся в свою вечную обитель, то Кришна начал думать, что я совершаю различные лилы там, но обычные люди не могут их понять. И поэтому я могу опять вернуться в этот материальный мир. Я могу явить лилу в другом настроении. И вот Шри Чайтанья, после того, как Бхагаван Шри Кришна только ушел, и снова Бхагаван Шри Кришна явился в форме Махапрабху. И вот сейчас у нас есть шанс понять, какую лилу явил Бхагаван Шри Кришна, когда, как и что, и почему. Потому что Шри Чайтанья Махапрабху в Гор Лиле, в Навадвип Дхам Лиле, он являет, он явил Грихастха Лилу. И перед этой Грихастха Лилой Шри Чайтанья Махапрабху явил, то есть он являл лилу ученика, как будто он изучает что-то, потом он учил этому других, а перед этим была детская лила. И так или иначе, в любую лилу, которую он нам являет, детская или грихастха, или лила домохозяина, они все превосходные. Они все превосходные. Грихастха лила, а чайлду лила, а саннас лила, everything. То есть они все превосходные. И вот Шри Чайтанья Махапрабху в итоге, я сказал вам снова и снова о том, что Гауранга Махапрабху in Gaurlila first started this, first exhibition of you see, Raganuga Bhakti. То есть это первый пример Рагануга Бхакти, который он явил нам. Самый первый пример. Он начал с Чайтанья Махапрабху здесь, во Враджа Лиле. Я объяснил это перед этим. И сейчас день за днем с Чайтанья Махапрабху он взращивает, являет лилу сумасшедшего. На самом деле он не сумасшедший, любовь находится внутри него. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху, что случилось с ним? После Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс и отправился в Нилачал, Нилачал-дам. Нилачал значит Пури, Нилачал-кшетра. И там Шри Чайтанья Махапрабху являл различные лилы. И сейчас суть в том, что я хочу сказать вам. Если вы хотите получить вкус Рагануга Бхакти, то вы должны узнать это учение Шри Чайтанья Махапрабху. То есть вы должны понять то, что он хотел донести до нас. Иначе мы не сможем получить вход в Рупануга, получить доступ к Рупануга Бхаджану, поскольку это единственная причина, это особая причина, почему Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь, в этом материальном мире. Есть за этим особая причина, почему он явился. To give Vraja Prema. Чтобы даровать Враджа Прему Бхакти. In the meantime, ancillary, he can do Sankirtan Pravartan. Ну также в то же самое время он мог совершать Sankirtan. But Sankirtan Pravartan это не главная причина, по которой он снизошел в этот мир. Actually, на самом деле Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел получить вкус к Радхабаве.
get the taste of Radha Baba. Он хотел испытать то чувство, которое Радхарани испытывает по отношению к нему, поскольку я сам Верховный Господь, а Радхарани, какой вкус, какое чувство она чувствует. Я хочу получить это чувство, я хочу испытать его, но в этой форме я не могу получить этот вкус, и поэтому я должен изменить. Я должен украсть чувство, ее чувство Радхарани. Я должен взять ее цвет ее тела, золотой цвет ее тела, чтобы никто не понял, что я... Чтобы никто не понял, что это Кришна. То есть сейчас он является лилу преданного, он являет себя как преданный. И аватара Махапрабху, она особая, поскольку он иногда является... Лилу преданно, он ведет себя как преданный, показывает нам своим собственным примером, как нужно совершать баджан совершенным образом. Махапрабху на каждом шаге, он показывает нам, как нужно совершать баджан. Если вы не сможете понять настроение Махапрабху, тогда вы не сможете совершать настоящий рупанога баджан. Он практически невозможен для вас. Подобно тому, как Сарвабхаума Бхаттачарья, он был великий пандит, он был очень ученый, но он начал спорить с Гопинатхачарья, он не мог понять, и после этого, когда он получил всю милость от Чайтаньи Махапрабху, и он понял, что он Верховный Господь, что он начал просить прощения, что... Он не смог понять его, что он Верховный Господь. И после этого он сказал, что раньше Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что раньше я был подобен шакалу. Сейчас я получил вкус к бхакти, и я танцую от блаженства. То есть раньше я был подобен шакалу, я гавкал на всех, спорил со всеми. И сейчас я получил, узнал, что такое бхакти. Поэтому вначале всего пытайтесь обрести благое общение. Я говорил о хорошем, но о сатсанге последние 7 дней. Дурное общение и благое общение. Поскольку общение это изначальная причина за нашим настоящим бхакти. Поскольку без совершенного общения вы не сможете обрести бхакти. И согласно Гаудия Даршану, говорится «Асасанга тьяг эй вайшнав ачар». Вы должны избавиться от дурного общения. Это главное в Гаудия Баджане, в Гаудия Даршане. Асатсанга тьяг. Вы должны избавиться от дурного общения. Но так или иначе, для обусловленной души невозможно избавиться от дурного общения, поскольку так или иначе, куда бы мы ни шли, везде дурное общение. Вы не можете избавиться от дурного общения, куда бы вы ни шли, оно везде. Но как получить чистое, святое общение? Но Махапрабху говорит, не нужно никуда идти. То есть нужно слушать о том, что Махапрабху говорил нам, что он делал. Пример, я приведу несколько примеров. Чтобы избавиться от дурного общения, это главное в Гаудия Баджане.
to avoid association, to avoid evil association, what does it mean? И что значит избавиться от дурного общения? Что это значит? It means you will have to go for satsang. Это значит, что вы должны общать, получить благое общение, святое общение, сатсангу одновременно. То есть, если мы избавляемся от дурного общения и в то же время не получаем святого общения, то это бесполезно. Одновременно мы должны оставить дурное общение и принять благое общение. Поскольку весь ваш баджан, вы можете построить его только если вы получите святое общение и избавитесь от дурного. Один прекрасный пример дается Джагадананды пандитам. Саду санге Кришна нам эй матто чай сансар джините ар коно васту най. Саду санга. In Bengali, на Бенгале это шлока. В саду санге вы должны повторять громко святые имена все время, танцуя и повторяя святые имена, как сочетание Махапрабху. С преданными, со святыми вы должны совершать киртан. А если вы отправитесь в какое-то уединенное место, если вы думаете, что я оставил дурное общение этим, но вы не сможете повторить харинам должным образом там. Если вы находитесь в благом общении, только тогда или и тогда вы сможете совершать совершенный киртан и совершенный харинам, иначе вы не можете совершать тот самый совершенный харинам. То есть харинам можно повторять мантры, но он не будет чист. Поскольку чистый харинам значит... Что значит чистый харинам? Чистый харинам значит харинам. Кришна и Кришна, имя Кришна, они не отличны друг от друга. То есть, если зовем Кришну, то Кришна присутствует в этом звуке, и тогда это совершенный харинам. Когда Мадхавина Пури плачет, о, где же Мадхура, где Кришна, я умру без них, то Кришна присутствует в этом звуке. Но когда обычные люди, они поют Харе Кришна, Кришны там нету, только звук есть. Но так или иначе они пытаются, они практикуют, это тоже хорошо. Они практикуют, и сегодня или завтра они могут достичь успеха в своей практике. Проблем в этом нету, поскольку Намабас, он может освободить нас от материального рабства. И у нас есть такое качество. Мы не можем... Нет, у нас есть... То есть, по крайней мере, мы можем совершать харинам без оскорблений, без намапарат, святых имен. Может быть, это не чистый киртан, но тем не менее он может освободить нас от материального рабства, поскольку сейчас мы находимся в тюрьме, в тюрьме Махамайи Дурги. По крайней мере, мы можем освободиться из этой тюрьмы, и тогда мы сможем совершать баджан. И это главное. И поэтому не прекращайте повторять харинам. Может быть, вы не повторяете чистый харинам, но повторяйте все равно. Мы находим шлоку в шестой части по Аджамилу, где описывается. И вот там относительно харинама говорится: и вот там говорится в той шлоке, что хотя ваш харинам не совершенен, но тем не менее этот харинам может спасти вас от материального рабства. И поэтому нужно повторять харинам, несмотря ни на что. И когда я освободился от материального рабства, когда весь мусор из нашего сердца мы выкинули его,
наше сердце очистилось, и тогда мы можем подготовить место для Кришны в нашем сердце, чтобы Кришна смог явиться и явиться в нашем сердце. И это единственная причина, по которой Махапрабху явил эту Гундича Марджан Лилу, очищение храма Гундича. То есть, это сам Верховный Господь, а Он очищает храм. Я могу показать вам, как очищать храм должным образом. И это очищение значит очищение сердца. И Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Он сам с вениками, водой и прочим, Он очищает этот храм. Это значит, что Он хочет очистить место в сердце, поскольку Кришна, Он настолько чист, чтобы Кришна чувствовал необходимость прийти и явиться в вашем сердце. И это моя просьба ко всем вам, перед тем, как начать Гаудия Баджан, вы должны слушать все объяснения Шикшаштаки Шри Чайтаньи Махапрабху. Это в начале всего. Без Шикшаштаки вы не сможете понять ничего. Все настроения, все чувства Махапрабху, то, что Он хотел сказать нам, то, что Он хотел дать нам, то сокровище, которое Он принес, то сокровище, которое ждет нас. Все мы можем найти это в Шикшаштаке. И в Шикшаштаке мы можем найти Самбандхагьян. Самбандхагьян, наш Абхидея Гьян, путь, процесс, как совершать Кришна Баджан и Прайоджан Гьян, нашу наивысшую цель, которую мы должны достичь, то, что мы обретем в дальнейшем, поскольку без нашей инициативы, без нашего желания, мы не можем ничто сделать. Мы должны взять инициативу в свои руки. Вот в Нити Шастрах опять описывается. Мандадхир опи инапавартате. Мандадхир, when he is crazy, still he is not going to do. То есть, если человек не может даже, без какой-то причины, мы не можем что-то делать. И вот, так или иначе, в Шикшаштаке, первая шлока, вы можете найти, говорится об очищении сердца, Четадарпана Марджанам, в самой первой шлоке. В самой первой шлоке Шикшаштаки мы получаем представление, как очистить наше сердце. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, поскольку Шри Кришна Санкиртан, Он может дать нам все. Первый эффект – это Он очистит наше сердце. То есть сначала мы с помощью Санкиртан Харикатхи мы очищаем наше сердце. И после того, как мы очистили наше сердце, то тогда мы можем найти, что все проблемы, они ушли все. И мы чувствуем некое трансцендентное блаженство в нашем сердце. Некое чувство блаженства. Когда вы сможете получить вкус к настоящему бхакти, если вы вкусите вкус настоящего бхакти, вы не сможете его никогда оставить. Тогда вы не сможете его оставить никогда. Вот мусульмане, например, они пытались убить Харидас Такура. Почему ты повторяешь Харинам? Мы убьем тебя. Хорошо, вы убейте меня. Вы можете разрезать мое тело на куски. Вы можете
Но что, это не относится ко мне, но я никогда не оставлю Харинам. То есть я все равно не оставлю Харинам. Вы можете разрубить меня на куски, но я не оставлю Харинам. И можно видеть, что что Харинам будет исходить из каждой части моего тела, если вы его разрубите. Даже, это, даже каждая часть моего тела будет повторять Харинам все же. И такое терпение, такую любовь, такую любовь к Харинаму мы должны взрастить в нашем сердце. И вы должны понять, что Кришна, он не отличен от Кришнанамы, имя Кришны, оно не отлично от Шри Кришны. Вначале всего вы должны понять это. То есть это очень тяжело понять, но если вы сможете понять, то тогда вы сможете ясно видеть все, поскольку Нама is the vital thing. Это суть. Inside this nama, в этой наме, в имени, все лилы, все дамы, все находится в этом святом имени внутри. Да, это так. Подобно тому, как семечко баньянного дерева. Видели когда-то баньян? Они гигантские. А семечки, они настолько мизерные, настолько... Даже птицы, когда едят эти плоды, они потом испражняются этими переваренными плодами. И когда эта семечка соприкоснется с воздухом, водой и землей одновременно, то тогда оно только порастет. Но так или иначе, это возможность этого большого дерева, она скрыта в этом мельчайшем семечке. И внутри этого Харинама все находится. Вы можете получить вкус, вкус к Харинаму, повторяйте Харинам без всяких желаний в вашем сердце. Если у вас есть желание в вашем сердце, то тогда вы не сможете получить тот настоящий вкус к Харинаму. Если ваше сердце полностью очищено, то тогда вы сможете понять это и будет чувство блаженства. И постепенно будете прогрессировать. И вот, вот суть этой шлоки в том, что Чайтанья Махапрабху хотел научить нас, что через санкиртан пытайтесь очистить ваше сердце. И после этого, что происходит? Вторую шлоку мы находим. И каково значение этой шлоки? Третья шлока. И вот Чайтанья Махапрабху, он сам Кришна. Посмотрите, он сам Кришна. Он Кришна. Но все же он плачет. Он говорит: Кришна, ты снизошел в этот материальный мир в форме Харинама, в форме своего святого имени, но я настолько неудачлив, что ты снизошел как Харинам, ты снизошел в этот мир как Харинам, но я настолько неудачлив, что я не могу получить вкус Харинама. Так много святых имен Кришны, ты явился во всех них, в любое имя Нрисимхадева. То есть любое имя можно... То есть любое святое имя можно повторять, но будьте осторожны. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Парам Виджайте именно Кришна Санкиртан, не Рама Санкиртан, не какой-то еще, а именно Кришна Санкиртан. Почему?
поскольку в Кришна Санкиртан он полный законченный Санкиртан. Почему? Рамачандра, он тоже вроде полный, он, это полный аватара. Okay. Хорошо. Но относительно раса таттвы есть недостаток. Что Кришна, он полный расы. И как и расы находятся в Кришне все. И все эти расы вы можете полностью обмениваться чувствами, обмениваться этими отношениями с Кришной полностью. А с Рамачандрой вы не можете иметь все эти расы. С Рамачандрой не все расы возможны, поскольку есть какие-то ограничения. Есть какие-то ограничения. Рамачандра не может дать вам Враджа-прему. Это невозможно. Но Нанда-Нанда Бхагаван Шри Кришна, он... Шри Кришна Санкиртан значит Радхарани и Кришна. Кришна, он... Когда является лилой с Радхарани, именно этот Санкиртан. Шри значит Радхарани. Кришна, он не один. Кришна вместе с Радхарани, и эта лила, она прекрасна. Она вся... И вот Виджайтеши Кришна Санкиртан. Поскольку мы получим этот вкус, и если мы совершаем Кришна Бхаджан, если мы можем совершать Кришна Бхаджан, тогда вы получите полный вкус, полное представление. Но даже до Рамачандры мы не можем там получить все. Там тоже есть Мадхураса, Ситадеви, но все же там какие-то ограничения, какие-то лимиты. И иногда даже достаточно большие ограничения. Но когда в Дандакаране, вот Махарадж завтра едет в Дандакаране, там такое место в лесу есть, где Рамачандра его отправился в ссылку. В то время Рамачандра отправился в Дандакаране. И там все риши, муни риши, все мудрецы, они увидели нас. Они увидели эту прекрасную форму Рамачандры. И они почувствовали привлечение к нему, притяжение. Они захотели стать женами Рамачандры. И Рамачандра сказал: нет, подождите, поскольку я Рамачандра, у меня есть ограничения. У меня одна жена на всю жизнь. Я принял решение, что кроме Ситы я не могу принять никого больше. Но я могу исполнить желание вашего сердца. Просто подождите. В следующий раз я явлюсь как Кришна, и тогда могу явить такую лилу. Я могу исполнить все ваши желания. Просто подождите. И вот те риши Дандакаране, они оставили свое тело, они приняли форму гопи и приняли рождение в Враджадхаме, чтобы получить эти вкус отношения с Шри Кришной. Есть много видов гопи, не только один вид гопи. Но так или иначе, смотрите, если вы совершаете Кришна Бхаджан, вы обретете именно тот самый высший, полностью полный вкус. И вместе с Шри Кришна Санкиртаной. И вот Господь явил много имен в этом мире. Рама, Вараха, Нарисимха и прочие. Они все совершенны. Эти все имена, они исходят из Вайкунтхи. Это хорошо, это пойдет. Любое имя, оно может удовлетворить нас, но полное удовлетворение, если вы хотите обрести, только Кришна нам может даровать это. И поэтому читание Махапрабху, его первое учение, это Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам. И это, и мы, Гаудии, это наша высшая шлока, это Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам, это наша главная и последняя шлока.
Помните этот и поскольку после этого мы можем пойти ко второй шлоке, это долгая тема. Если Махараш будет объяснять первую шлоку Шикшаштаки, Махараш может весь день объяснять ее. Часами, но это долго достаточно. И вот вторая шлока. И вот во второй шлоке говорится, что нет никаких ограничений для святых имен Кришны. Если вы принимаете омовение, вы можете повторять Харинаму. Если вы то есть если мы принимаем прасад, то тоже можем повторять Харинаму. Нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений для воспевания святых имен. Вы можете постоянно их повторять, независимо от того, чем занимаетесь. То есть нет абсолютно никаких ограничений. Едите вы, спите, поете, куда-то ходите, всегда, все время. Нет никаких ограничений. Понимаете? И третья шлока, я кратко объясняю, поскольку времени нету, но если у меня в будущем будет больше времени, мы можем больше обсуждать. И вот третья шлока. Это главная шлока, одна из таких главнейших, поскольку если мы не смиренны, подобно травинке, у нас нет права говорить харикатху. Мы не можем повторять харинам должным образом. И вот... Санкиртан может быть, мы можем совершать тогда, когда мы утвердились в этой шлоке. Если мы утвердились в этой шлоке, то тогда и только тогда харинам, настоящий харинам, он будет танцевать на вашем языке, но не перед этим. Настоящий харинам, и вот Шрила Харидас Такура совершает харинам, наш Гуру Махарадж тоже совершает харинам. И можно на примере всей жизни можно видеть, что они утвердились в этой шлоке. Вот ночью я видел, даже как Гурудев спал, но я видел, язык его там все равно повторяет харинам. Но ночью, 2 часа ночи, я видел, что Шрила Пуридев Госвами Махарадж, он как бы вроде бы спит, но он, его язык все равно повторяет харинам. Он не может остановиться. И таким образом вы можете повторять харинам, если вы сможете утвердиться в том, что описывается в этой шлоке. И после этого Самбанта Абхидея Прайоджана до этой третьей шлоки. Но начиная с четвертой шлоки можем развить наши отношения с Шри Кришной. И вот так или иначе мы можем обрести самбанта гьяну с Кришной, потом абхидея, как совершать баджан и прайоджа, наша высшая цель. И вот самбанта, абхидея, прайоджа, на все можно найти в этих шлоках. Это учение Кришны Чайтани Махапрабху. Но если вы хотите более подробно узнать, то в следующий раз можно это обсудить. И вот так или иначе Махапрабху явился в этом материальном мире, чтобы дать нам настоящее сокровище и дает наставление всем преданным. Всем преданным, что это мое приказание вам, идите от дома, от двери к двери, и повторяйте святые имена всегда. Нет никаких ограничений, спите вы или едите, всегда харинаму творите. То есть все время вы повторяете святые имена
Не пытайтесь перепрыгнуть что-то. Я постепенно совершая киртан, вы получите представление, как войти в Рагануга Баджан. Не пытайтесь прыгать. Постепенно вы получите это представление. И вот сейчас суть в том, Упадешамрита Шрила Рупа Госвами Пад, Сикшаштака Шичитани Махапрабху, Упадешамрита, написанная Шрила Рупа Госвами Падом, Мана Сикша Рагунатха Даса Госвами, Джава Дарма Шрила Бхактинода Такура, Читания Сикшамрита Шрила Бхактинода Такура, Махапрабху Сикша Бхактинода Такура, Прама Виварта Джагадананды Пандита, Брама Самхита, Брама, Брама как явил ее. И вот и комментарий к Бхагавад-гите Шрилы Бхактинода Такура, читание Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады и Шрилы... В общем, Махарадж перечисляет, что нужно изучать. И таким образом Махарадж может дать нам список книг, которые как бы обязательны к изучению. Джайва Дхарма, как минимум 100 раз мы должны читать ее. Если не больше, чем 100 раз. Как минимум 100 раз нужно читать Джайва Дхарму, чтобы получить представление. И тогда мы поймем, что такое Рагануга Баджан, что такое Гаудия Баджан. Очень, очень четко. Но и киртаны, написанные Наротам Такуром, Локанат в общем, киртаны написаны нашей Гуру Варгой. Мы должны их совершать, их воспевать. Беспрерывно не прекращайте воспевать киртаны. В тот день, когда вы остановите ваше воспевание киртана, вы умрете в тот день, поскольку киртан — это признак вашей жизни. Шрила Прабхупада сказал, что киртан — это признак нашей жизни. Если вы остановите киртан, то вы умерли, считайте. И вот так или иначе мы можем найти в киртанах, что значит проповедь? Если человек саньяси проповедует, если у него нет признаков жизни, то зачем ему проповедовать вообще? То есть, если нет внутри его признаков жизни, то как он может проповедовать? А что значит эти признаки жизни? Основные признаки. И вот Шрила Бхактивинода Такура в своем киртане говорит, что говорит? И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, шаранагати, полное самопредание, это главное в нашем баджане. Наше полное самопредание — это главное в нашем баджане. Если нет у нас самопредания, то тогда мы подобны мертвецу. Вы не подобны мертвецу, если у вас нет полного самопредания вас. Шрила Прабхупад много раз повторял это. Те, кто не следует Гуру Варге, те, кто не предались лотосным стопам нашей наставнической преемственности, они все мертвецы. То есть, если нет шаранагати, это жизнь нашего баджана. Можно так совершать баджан жизнь за жизнью, но так или иначе это бесполезно. Нету никакой пользы от этого. Вы не можете обрести Кришну. Будьте осторожны. Наше самопредание должно быть совершенно. Что вы думаете? Что вы делаете? Что вы говорите? Все должно быть параллельно. То есть должно быть это едино. Что вы говорите, думаете?
Кришна – это антарьями, он находится в нашем сердце. Он может вас поймать, если вы говорите ложь. Somebody else speaking. Inside you are speaking, no, I cannot be. Then Krishna can arrest you. Hey, arrest you, you are speaking lie. То есть Кришна находится в нашем сердце, он видит, что мы делаем. Если мы делаем что-то не так, он может нас поймать. И вот вначале всего пытайтесь понять. Try to understand the mood of our Guru Varga. Настроение, чувства нашей Гуру Варги. Они все хотят совершать садхитам. Шидарда Гасай Махарадж. В последний момент, когда он уходил из этого мира, он плакал и всегда звал Нитянанду и Гурангу, и мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Гасай Махарадж. Он тоже всегда плакал. Должны развить тот дух, иначе вы не можете ничего обрести. Совершайте санкиртан. В начале всего санкиртан – это путь, через который вы можете получить всю девятисложную бхакти. Все эти девять составляющих бхакти вы можете обрести через санкиртан. Вы можете совершать служение руками и устами произносить харинам постоянно, не останавливайтесь. И так постепенно ваш ум и ваше тело изменится. Сейчас ваше тело, оно материально. Вы совершаете баджан, и после этого вы можете найти ваше тело. Вы обнаружите, что ваше тело стало трансцендентным. Вы можете найти, что ваше сердце, ваш ум постепенно изменился. И тогда вы можете получить тот вкус Рагануга Баджана и прочего. То есть вначале, и вот с утра, с трех утра, вы должны омыться, сесть на чистое место, чистую асану. И повторить харинам должным образом. Но перед тем, как повторять харинам, вы должны повторять панчататву мантру. То есть вы должны повторить сначала панчататву мантру, перед тем, как начать харинам. И молитесь лотосным стопам Шри Кришны, что вы можете повторить настоящий харинам. О Кришна, позволь мне, что я могу повторить настоящий харинам. И таким образом вы можете повторять харинам. И вот внешняя чистота и внутренняя чистота. Внешняя чистота и внутренняя. Вы должны и хобби поддерживать. Что значит внутренняя чистота? Внутренняя чистота, что все время, 24 часа в сутки, беспрерывно, вы должны думать о Кришне. Если вы думаете о Кришне, то тогда вы чисты. Если вы отклонились от размышления о Кришне, то тогда вы нечисты. Если вы Кришна всегда будет в вашем сердце, то вы так или иначе будете чистыми, поскольку в мантре говорится. Если кто-то прикоснется к нам, они не смогут нас осквернить, поскольку в мантре мы находим вот, что те, кто думает о Джаганнатхе, о Кришне постоянно, они всегда чисты. Кто может осквернить их? Никто не может. Now external purity means. И вот внешняя чистота значит, что же вы должны ваше тело поддерживать в чистоте. You will have to keep your, cleaning. You will have to keep your cleaning in such a level. То есть вы должны находиться в таком состоянии, как будто вы можете постоянно вы поклоняетесь Кришне, совершаете пуджу, что-то предлагаете Кришне. То есть находиться в таком состоянии, чтобы всегда можно было поклоняться Кришне, ваша одежда и прочее. То есть если вы нечисты, вы не можете прикоснуться к Кришне, это невозможно.
И вот внешняя чистота, внутренняя чистота, мы должны поддерживать ее. И тогда мы получим результат Харинам Санкиртана. И постепенно мы обнаружим, что все это пришло к нам. И после этого я покажу вам путь, как можно получить доступ к Рагануга Баджану. Не сейчас, а потом, постепенно. Но сначала вы повторяете Харинам, и потом я могу дать вам... Вот под руководством Шрилы Тиртхи Махараджа я могу... Вообще, Махараджа, все через Тиртхи Махараджа может вас, вам помогать. И вот сегодня нужно воспевать святые имена, поскольку сегодня день явления Шри Чайтаньи Махапрабху. И что значит день явления? Явление значит, мы должны совершать баджан таким образом, что Шри Кришна Чайтанья, он может сегодня явиться в моем сердце. И это истинное значение дня явления Махапрабху. Я должен совершать баджан таким образом, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху, он, чтобы я увидел его, как он является в моем сердце. И это называется именно онтологическое значение дня явления Шилы Гурудева или Шилы Бхактивинода Тхакура или Верховного Господа. Это не какой-то простой материальный день явления, что я родился 20 лет назад, что вы родились, то есть как Шила Бхактивинода Тхакура или Шила Прабхупада, они явились в этот мире, в этом мире это не то же самое, они личные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот они так приходят и уходят из этого мира. А вайшнавы, они постоянно приходят и уходят. И вот Кришна Бхагаван или Чайтанья Махапрабху, они их постоянно посылают сюда. Они не сходят в этот материальный мир, чтобы они спасли нас. Go and try to deliver them, those bonded souls. They are crying, they are falling into material world. They are not getting inspiration. И вот Кришна посылает своих личных спутников, чтобы они пошли и вдохновили нас на служение Шри Кришне. И вот Шри Чайтанья, милость Кришны Чайтанья, мы не можем взять и просто получить ее непосредственно от Кришны. Невозможно получить прямую милость. Мы можем получить милость только через преданных. Те, кто преданы Кришне и преданы Шри Чайтанья Махапрабху, только они могут дать нам его милость. И поэтому я начал с этой шлоки. Я когда-нибудь смогу объяснить. Махараджу нужно идти. Any question, вопросы у кого-то, если есть? Агет пиджо курбо, амар Гурупад Падма Бхакти Пумат Пури Госи Махарадж. Май Гурупад Падма Бхакти Пумат Пури Госи Махарадж. Вот его Гурудев Шрила Бхакти Пумат Пури Госи Махарадж. Вот во время Враджа Мандалы, после того, как он совершит всю парикраму, если кто-то скажет, о, Махарадж, попейте что-нибудь. Нет. Сначала я закончу поклонение, и потом только приму воды. И в последний момент, когда мы взяли Гуру Махараджа на самолете во Вриндаван, четыре часа мы начали с Майпура выезжать. В аэропорт приехали. Сели на 9 в самолет. А в чем ночи? Летели до Дели 2 часа, потом преданные тоже для Гурудева машину организовали. И вот Гурудев поехал во Вриндаван, и весь путь мы Гурудева просили, о, Гурудев, ну, воды хотя бы попейте, ну что такое? Нет.
Сначала я достигну, доеду до Вриндавана, приму омовение, потом совершу пуджу и только потом могу выпить воду, иначе я не могу. То есть он мог там до 10, до 10 вечера поститься. То есть он в таком позднем возрасте таким совершенным признаком следовал. И как я могу говорить о себе, как о ученики, о его ученике, если не следую его примеру, иначе я не могу говорить о себе, как о его ученике. И поэтому я должен следовать моему Гурудеву. Извините, сегодня все заканчиваю. И под... Ну, any questions? Я вам перепишу. Не через меня. Еще вопросы какие-то есть у кого-то? Questions? Есть вопрос. Почему некоторые Гауди Вайшнавы? Чьяски Гвай сам Гауди Вайшнавы предпочитают жить в Пури, например, в Вриндаване или Навадипе? They prefer to stay in Puri or Vrindavan or Navadip. Why such particular places? Actually, point is that. Смотрите, суть в том, что they can grow there. Они могут их желание. Ну, у них какое-то уважение, какое-то притяжение к каким-то определенным дамам имеют они. Например, не разные настроения, согласно их баджану, они какое-то определенное чувство в них появляется. Например, те, кто живут в Навадвипе, они думают, если мы живем в Навадвипе, мы можем получить вкус Гора Лилы здесь, поскольку мы можем помнить читание Махапрабху, который совершал свои лилы здесь. И другая. Наш Господь ушел в Шикшетру, в Пури. И вот Он оставил нас и ушел. И у нас есть надежда чувствовать это чувство разлуки. И у нас есть это... То есть, если мы находимся здесь, это не отлично от Вриндавана. У нас есть чувство, что мы... Прабху ушел от нас. Мы чувствуем чувство разлуки. Мы чувствуем какую-то боль. Это боль разлуки, это тоже баджан. Гаудия баджан значит... Что значит Гаудия баджан? Вы должны плакать и плакать. Вы должны плакать и плакать. Это называется Гаудия баджаном. Поскольку мы совершаем баджан под руководством Радхарани. Радхарани что делает? Она день и ночь просто плачет и плачет. Где Кришна? Где Кришна? Где гора? Где гора? И это тоже такое хорошее настроение. Второй вопрос. Если вы отправитесь во Вриндаван, те, кто живут во Вриндаване, они могут совершать баджан руководством Рупа и Санатана, поскольку Махапрабху дал им наставление, что идите во Вриндаван. Вы можете пока показать, а вы можете открыть, то есть найти те конкретные места, где Кришна являл свои лилы. Вы согласны? То есть для тех, кто следует Рупи Санатани Госвами. Ну а те, кто следует Сваруп Госаю на 100%, они предпочитают жить в Нилачале, в Пури. И согласно Шрилы Бхактивинода Тхакура, Нилачал – это лучшее место для преданных Гауди. Нилачал Кшетра – это лучшее место, это Расапитх. Это самое наивысшее место для преданных Гауди. Почему? Почему? Потому что Шри Чайтанья Махапрабху, он вкусил Враджалилу, вкус Враджалилы в Пурушоттам Кшетре. Сам Чайтанья Махапрабху, он это чувствовал, это чувство разлуки, это чувство Радхарани. День и ночь он плакал там, это самое конкретное место там. И там Сри Кришна Бхагаван Махапрабху, он ушел из этого мира, в этом месте.
он ушел из этого мира там. Если мы будем жить там, мы будем плакать, что наш Прабху ушел вот с этого конкретного места, с чувством Радхарани. И вот такие три вида настроения, чувства, и согласно их конкретному чувству, кто-то предпочитает жить в Навадвипе, кто-то во Вриндаване, кто-то в Пуре. Но согласно Шиле Бхактивинода Такуру, Пури – это наивысший раса питх для Гаудия Вайшнава. Помните это и никогда не забывайте. А, small question. Ну, спрашивайте. Small question. Вот говорится, что имя Кришны принимает оскорбление, имена Нитай Гуранги не принимает. Еще раз. Имя Кришны принимает оскорбление, имена Нитай Гуранги не принимает оскорбление. Telling that names of Krishna, they accepting of offenses, but names of Гуранги и Нитянанда, they didn't accepting any offenses. Мы продолжаем повторять имя Кришны. And we still we continue to chant name of Krishna. Не заменяем. Почему? А, вот и... Ну, как бы... Получается, логично напрашивается заменить полностью. And his question is, if we, why we don't change totally names of Krishna to names of Govinda Nityananda, especially for beginners. Очень хороший вопрос. И вот я отвечу на этот вопрос. На самом деле мы Гаудии. Что значит наш баджан? Под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, поскольку он находится в Радхабаве, мы полностью получим Кришну в ее полном виде. Я могу привести вам материальный пример. Например, здесь какой-то человек находится, я смотрит all, на меня, я на него смотрю, и то есть, ну, люди смотрят, но они не могут понять. They cannot get the taste of his, because they are all looking. They are all looking, but they are all gents. They are not ladies. Understand? No. If you want to get the bhava of that handsome man. If you are yourself, if you are man, then you cannot understand. Understand? You don't understand. No. We must understand. We must try to understand Krishna. Мы пытаться понять Кришну с with gopi mood. С тем чувством, которое гопи к нему испытывают. Поскольку те гопи, они могут полностью получить полный вкус Кришны, полностью его узнать. Хотя те эти пастушки, его друзья, они тоже видят Кришну, они смотрят на него, но смотрят на него под другим углом, с другим чувством, понимаете? Что те гопи, которые находятся в Матхуре, они тоже видят, смотрят на Кришну, но когда Радхарани, когда Лалита Вишака, они смотрят на Кришну, их чувство, их, ну, то есть их интеллект, их видение Кришны, оно полностью отличается от всех. То есть если вы хотите получить полный вкус Кришны, узнать его полностью, то есть во всей полноте, то тогда вы должны получить чувство гопи, то есть то чувство, с которым они смотрят на Кришну. То есть если вы думаете, что я человек, мужчина, скажем, я человек, то есть вы мужчина, вы не можете получить то самое, если вы женщина, поскольку... В первой шлоке читания Махапрабху мы на самом деле мы служанки Кришны. Мы его служанки. И вопрос в том, если мы совершаем Кришна-наму, если апарадхи очень опасный ваш вопрос, просто за превосходный вопрос. И поэтому я сказал в начале всего, вы должны повторять панчататву. Я вот только что сказал, почему панчататву? Поскольку панчататва может спасти нас от оскорблений. Хотя панчататва и харинам, они практически едины. Панчататва и харинам, они не отличные. Панчататва, я имею в виду в пяти различных формах. Кришна являет себя в пяти различных ипостасях. Я вот хочу объяснить это, ну, так это такая огромная часть.
И вот панчататва не отлична от харинама. Но все же панчататва, она может простить нас великим образом. Неважно, падшая душа мы или не падшая, но так или иначе мы должны повторять панчататву сначала. И после этого вы должны повторять, совершать киртаны имен Кришны. Почему? А что делать? Что делать, поскольку это Кришна сказал делать? Это приказание Махапрабху и Кришне повторять его имена, имена Кришны конкретно. Кришна, Махапрабху говорит, мы должны совершать Кришна киртаны, поэтому... Но так или иначе, под руководством читания Махапрабху у нас есть такая возможность получить то чувство гопи, которое они испытывают. Вы должны повторять Кришна, но перед этим панчататву должны совершать. И панчататва простит нас за все наши прегрешения, оскорбления. И так постепенно под руководством Кришны, если вы хотите обрести Кришну, полностью можете его обрести. Поскольку Радхарани, гопи, они могут получить полный вкус Кришны. Иначе мы можем получить какой-то вкус Кришны, несомненно, но это не полный будет вкус. Поскольку читание Махапрабху является чувство Радхарани. И поэтому мы Гаудии, наша Гурварга, у нас божества, смотрите, сначала Гуранга Махапрабху, потом Рада Кришна везде. Гуранга Махапрабху и Рада Кришна. Мы должны поклоняться Гуру. И после этого Гуру Варге, после этого Гоуранге, и только потом Кришне. Понимаете? Это правило. Четко, ясное правило. Почему мы Кришну должны повторять? Читание Махапрабху приказал нам. Он приказал нам повторять имена Кришны. Кришна Бхаджан совершать. И поэтому мы должны. И вот так или иначе, есть много вопросов и ответов. Я могу ответить на все ваши вопросы. Некие преданные спрашивают, Гуранга Махапрабху, когда... Когда мы видим Гурангу Махапрабху вместе с Вишну Приядеви, как мы должны их понимать? Гуранга Махапрабху expressing лила. Какую лилу, какое чувство... Он имеет в то время, когда он находится с Вишнупри. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, можете думать, это подобно как Лакшми Нараяне. Нараян и Лакшми. Но когда мы находим Гададхар Пандит и Гуранга Махапрабху в Пури, то это Рагануга Баджан, поскольку Гададхар Пандит — это Радхарани. Смотрите, какое тонкое суждение, настолько превосходно. Гуру Гададхар, мы можем совершать баджан в Рагануга Марге, в Видхи Марге, Арчан Марге. Можем повторить, поклониться Вишну при и Махапрабху. И поэтому мой Гурудев устанавливал везде Гуру Гададхара. Но вы не можете думать, что Гуранга Махапрабху, он тоже может наслаждаться Расалилой. Не нужно думать так. Хотя читание Махапрабху и Кришна, они не отличны друг от друга, но все же Гуранга Махапрабху не может совершать Расалилу. Нет, поскольку Гуранга Махапрабху является лилу преданного, чувство преданного. Как он может совершать Расалилу? Это плохо. Есть много ограничений, много харикатхи. Если Махарадж будет говорить долго, но никогда не закончено, ему нужно закончить. Так, еще вопросы какие-то? Мог вообще на вас? Вопросы какие-то? Если я скажу на металле, погромче только, не слышно. She bought second verse of Шикшаштака. No, there is no limitation of chanting. No, hit. Погромче, можно? Есть 10 оскорблений святого. То есть, but still there exist 10 offenses of holy name. Вот. Поэтому какие?
I mean, that question is how to reconcile it, because there is no limitation for chanting of holy name in that time. Also, 10 offenses exist. How to reconcile it? First of all, what I give advice? И вот, слушай, я. One by one, mathematically, use it. What I advise you? First. В начале всего. First, you should satisfy your inclination. First point. Предаться. То есть Second, и потом вы должны следовать вашей гурваге, вашему гурудеву согласно его предписаниям и служить ему. Третье, внешнее, внутреннюю чистоту поддерживать. Следующее, совершать санкиртан панчататву сначала. Хотя есть 10 видов оскорблений в Кришнанаме, но Гор нам, он гораздо более милостлив. Он может поддержать нас день за днем. Он может стать за нашей спиной. И в итоге у вас появится способность совершать Кришна-киртан совершенным образом. И так или иначе, вы вынуждены будете совершать какие-то ошибки, потом исправлять их, опять совершать, опять исправлять. Но что делать? Поскольку ребенок, когда ребенок начинает ходить, когда ребенок начинает ходить, пытается учиться ходить, что он делает? Он падает иногда, а встает опять, падает. Ну, и с нами тоже может случиться такое. Но так или иначе, мы достигнем успеха. Мы получим вкус к святому имени, будьте осторожны, но пытайтесь следовать мне в точности. Если вы не сможете следовать, скажете, что чем Баба говорит так, а мы не можем. То есть, ну, не можем следовать должным образом, то есть, я не несу ответственности. Мраш, если я ски киртан, то и юту ду киртан. Ну, но проблема. Вот хиаски, да, это звери old boy. Какой киртан хотите, Махамад? Не, не. Комплит киртан детский. Больше вопросов нельзя, да? Можно. Мраш, Джастин, мог question, Джастин. Говори громче только. Если Махарадж может какую-нибудь историю жизни Гурудева. Asking if you can tell something about from life of Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. I can speak, but now time. Well, just now a little bit. Now a little bit. I can speak clearly. Может, много четко и огромное количество историй рассказать. Бесконечно. Он не может остановиться говорить. Но несколько слов. Ну вот, смотрите. In his honor, дать вам, ну, оказать вам почтение, я скажу что-то о Гурудеве. И вот Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Я скажу нечто особое. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Вы можете найти, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Вы можете видеть, он все время поклоняется. Поклонение Арчана. Киртан и поклонение. И некие люди, те, кто завидовали ему, но чистые преданные, но они дали комментарий такой, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он не парамахамса. Поскольку он поклоняется, конечно, какой-то поклоняется. Кто так сказал? Ну, кто-то, в общем, сказал. Но очень завидовали Махараджу, поскольку весь мир он приходил и кланялся Шрила Пури Госвами Махараджу. И в один день мы подошли к Гурудеву. О, Махарадж, вот тот саньяси, он такое сказал, что вы, конечно, Адхикари, мы плачем. И Гуру Махарадж, он посмеялся и сказал, почему вы все плачете? Я думал, у меня вообще нет никакого Адхикара. По крайней мере, он говорит, что я, конечно, Адхикари. Но, по крайней мере, он одобрил меня, что я, конечно, Адхикари. Я думал, у меня вообще никаких достоинств нету. И тогда мы подумали, что мы сейчас узнали, что значит Тринадапи на самом деле. Сейчас мы от Гурудева узнали, что значит Тринадапи. Мы никогда, но он никогда же не подумал, что тут его оскорбил. Гурудев совершал арчану таким образом, что это необычная арчана.
Это не какая-то обычная арчана. Люди могут видеть, арчан — это ну, тот, чему следует Кхаништха преданный. А его арчан — это не обычная арчана. Его арчана, она подобна Лалита Сакхи, Вишака Сакхи, Лалита Манджари. Это арчана, которая происходит на йога-питхе во Вриндаване. И здесь тоже йога-пит находится. Йога-пит значит каждый день два раза в одном месте можно найти, что все сакхи и манджари собираются в одном месте, и мы видим, как они поклоняются Кришне великолепнейшим образом в йога-питхе. И мы, Гурудев Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он поклоняется, но это не какое-то обычное поклонение. Это обычное, это служение, которое совершает Лалита Вишака, но обычные люди, они не могут это осознать. Если у вас будет возможность, есть какие-то аудио-видеозаписи, то есть вы просто будете плакать, видя, как он это, с каким чувством он это все совершает. Вы должны благословить меня, чтобы я мог развить такое смирение. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare H